Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня мы с вами поговорим о плюсах и минусах отсутствия чата. Как все вы знаете, 27 февраля чат на евросервере был отключен, и на эту тему было очень много видео и мнений. Свое мнение я тоже высказал, и вот ссылочка на видос, который я выкладывал изначально. Но одно дело сказать о том, что ты думаешь, предполагая, к чему это может привести, а другое дело высказать свое мнение уже по свершившемуся факту. Итак, определенное время мы играем уже без чата, и сейчас я хочу в этом видео высказать свое мнение о плюсах и минусах данной ситуации. И на примере вот этого боя, который я сейчас показываю, надеюсь, вы увидите то, к чему это привело и насколько команды сейчас без чата могут взаимодействовать внутри себя. Ну а перед тем, как с вами начнем, я хочу заручиться кредитом вашего доверия и попрошу подписаться вас на мой канал по одной простой причине. Потому что мой канал — это единственный канал, который обладает систематизированной и нормально упорядоченной системой плейлистов, в которых вы можете найти то, что вас интересует, и действительно плейлисты и видео, которые в них находятся, названы теми именами, которыми должны быть названы. Там нет кликбейта, вы действительно будете видеть в самом видео то, о чем вы прочитали. Ну и второе, что есть фактом по данному каналу, так это то, что на данном канале вы не найдете ни нецензурной лексики, ни рекламы чего-либо, я ни на кого не работаю. Ну и самое главное, на своих стримах, допустим, я обращаю внимание на своего зрителя, и для этого нет необходимости мне донатить. Поэтому, ребятки, очень сильно прошу поддержать мое начинание, подписаться на канал. Ну а мы с вами продолжаем по теме нашего общения. Итак, первый минус, который я для себя определил, это ты не можешь подсказать, на тебя не обращают внимания. То есть, когда ты нажимаешь на кнопку SOS, к ней настолько все привыкли, что никто уже не обращает на сегодняшний день на нее никакого внимания. И я думаю, что с прошествием времени это немножко изменится, и вот это вот ощущение необходимости отреагировать на короткие сообщения, она вырастет, и, соответственно, вырастет понимание необходимости реакции. Но на данный момент, вот как есть, так есть. Второй минус, который я для себя определил, что так или иначе ты не можешь выплеснуть свои эмоции. И, безусловно, необходимо различать разницу выплескивания эмоций и разграничивать открытое хамство, мат, оскорбление и унижение с такими сообщениями, как «неужели не могли помочь?» или «неужели так сложно поддержать?» Да, то есть, ну, вот какие-то вот такие неоскорбительные сообщения, но те, которые все-таки показывали ваше негодование по какому-то факту, либо, наоборот, нет возможности высказать слова поддержки, особенно когда союзник остается один, и ты пытаешься его морально поддержать. Не оскорбляешь его, что он рачина, а пишешь ему: давай, друг, ты сможешь, или я в любом случае поставлю тебе лайк, даже если ты сольешься. И вот этого действительно очень сильно не хватает. Что самое еще не очень приятное, так это то, что ты реально на сегодняшний день в бою не можешь о чем-то попросить. Попросить не поддержать огнем, не контролить какую-то точку, а вот, допустим, при наличии БЗ на уничтожение, там, не знаю, ПТшек, ты не можешь написать: дайте фраг ПТ в конце боя, когда ПТшка одна остается. И не то чтобы всегда команда отзывчиво к этому относилась, но порой у меня бывали такие бои, я был очень благодарен тем ребятам, которые относились с пониманием к такой просьбе и не добирали врага, давая тебе возможность выполнить КБЗ либо БЗшечку. И этого действительно не хватает. Но теперь давайте говорить о плюсах. Первое, что необходимо отметить, так это то, что перестали отвлекаться союзники на то, чтобы писать что-то. Потому что очень часто было такое, что когда, допустим, кто-то кого-то толкнул, вместо того, чтобы дальше ехать и спокойно это воспринять, выровнять машину и погнать куда надо, союзник останавливался и начинал писать гневное сообщение о том, что зачем ты меня подрезал. Этого сейчас нет, и команда более сконцентрирована с самого начала боя, и изначально все едут туда, куда необходимо, не теряя свое время. Второе плюс — это то, что нет раздора в команде. То есть, когда начинается ругань между собой, ребята больше занимаются руганью, чем игрой. И это действительно сейчас отсутствует, и мне, честно говоря, это очень сильно нравится. Ну и третий плюс, который я для себя отметил, это то, что команда более сконцентрирована на том, чтобы читать друг друга. Если раньше ехали кто куда попало, то сейчас отсутствие чата, я не говорю о том, что вот через чат передавались очень важные в этом отношении сообщения, и все этим сообщениям там отдавали предпочтение и ехали туда, куда им говорят. Но сейчас союзники начали как-то
интуитивно более осторожно играть и больше подстраиваться друг под друга. Вот такие вот плюсы и минусы я выделил лично для себя. Ну а вы, друзья мои дорогие, обязательно подпишитесь на канал и выскажите, пожалуйста, свое мнение в комментариях на тему того, а какие плюсы и минусы вы нашли для себя в отсутствии чата на данный момент. Ну а у меня лично на данный момент все. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на него, буду вам безумно благодарен. Спасибо за просмотр. Всех благ, мои друзья. Мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.